Всем привет! Вы на канале Иришу, меня зовут Ирина. Ежедневно мне оставляют вопросы на различные темы в комментариях к моим видео. И чем ближе мы к первой среде декабря, то есть к итоговому сочинению, ко второй среде февраля, то есть итоговому собеседованию, и к концу мая, началу июня, то есть ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе, тем больше таких вопросов я получаю. И теперь, наконец-то, в творческой студии YouTube автор может отфильтровать комментарии по различным параметрам, пока их немного, но я думаю, потом добавится все больше и больше. На данный момент доступен фильтр по подписчикам канала, то есть я могу нажать на этот фильтр, и мне будут показываться комментарии только от тех, кто является подписчиком моего канала. Благодаря этой возможности я ввожу изменения, и теперь в комментариях под видео буду отвечать на вопросы только от тех, кто является моим подписчиком. По-моему, это честно. Вы единожды подписываетесь на мой канал, для вас это бесплатно, и можете задавать мне неограниченное количество вопросов. Я же трачу время на то, чтобы ответить на ваши вопросы. Я не жалуюсь отнюдь, просто говорю о том, что это честный обмен. Если вы получили в ответ на свой вопрос ссылку от меня на это видео и сейчас смотрите его, значит, вы не подписаны на мой канал, но задаете мне какой-то супер важный, срочный вопрос. Если вы хотите, чтобы я на него ответила, то просто подпишитесь на мой канал. Я благодарна всем, кто уже является моим подписчиком или подпишется в будущем. Также я вам благодарна, если вы распространяете мои видео, рекомендуете своим друзьям подписаться на мой канал. Но также я хочу вам напомнить о том, что у меня на канале доступна опция спонсорства. Если мои видео для вас полезны, я знаю, что для многих полезны, и для многих мой YouTube-канал заменяет репетитора по русскому языку, то я буду безмерно благодарна, если вы будете поддерживать развитие моего проекта материально. У меня есть отдельное видео о спонсорстве. Сейчас ссылка на него появится. Кратко вам напомню, что у меня есть 4 уровня спонсорства. Вы не просто донатите мне, а вы получаете за это от меня приятные бонусы. В зависимости от уровня спонсоров я добавляю специальный чат, присылаю текстовые материалы из видео, проверяю сочинения. Также вам доступны специальные значки и эмодзи. На ваши вопросы я всегда готова ответить в личных сообщениях. Вам не нужно писать ни мне в группу ВК, ни оставлять комментарии под видео с вопросами. Конечно, я буду благодарна, если вы будете все равно продолжать оставлять комментарии под видео, но я всегда готова ответить на ваши вопросы лично. Я вкладываю в свое детище всю душу и буду вам очень благодарна, если вы меня поддержите. Если у вас есть вопросы, пожелания, предложения, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой инстаграм, на мою группу ВКонтакте, на новости моего сайта, и будьте с Иришу, ведь я все решу. Люблю вас всех, целую, удачи, пока-пока.